Виктор Янукович заговорил. Изгнанный президент Украины распространил официальное заявление среди СМИ. В нем он говорит, что все еще считает себя законным главой государства, предостерегает от внутреннего вооруженного конфликта. Он говорит, что готов бороться за свои права до конца. Он считает, что подписанное им и лидерами украинской оппозиции соглашение об урегулировании кризиса не выполнено. Вынужден просить власти РФ обеспечить мне личную безопасность от действий экстремистов, говорится в тексте послания.